Здравствуйте, уважаемые зрители! Программа «Взгляд». Сегодняшняя наша тема будет «Что такое нация и как появляются нации?». Сегодня мы проводим опрос среди гостей и граждан Российской Федерации в городе Москве. Оставайтесь с нами. Уважаемые, вас беспокоит политическое движение «Группа 24», программа «Взгляд» о знании национальности, о нации. Что такое нация и как они появляются? Будьте любезны, если есть время, ответьте на этот вопрос. Ну, я понимаю так, национальность это прежде всего определяется в языковом, так сказать, направлении. Да? Если, например, свой язык, отличающийся от других языков, тот может сказать смело, что... Ну, я так понимаю, что это уже другая какая-то национальность, с другой культурой. И не только языком, но и с культурной ее составляющей. Так, спасибо огромное вам. И вот скажите, как появляются вот нации? Нации? Ну как появляются? Ну они издревле уже, как бы в моем понимании, опять-таки по языку и ее по культурной составляющей. Например, разные культуры и разные... Ну, я даже не знаю, кто придумал слово «национальность». От этого опираться, ввести. Ну, для меня это, честно говоря, непонятно, что такое национальность. Мне кажется, ну, человек, как человек, две руки, две ноги, ну, разговаривает на другом языке, в отличие от некоторых, ну, особой какой-то научной, да, точки зрения я, конечно, не могу сказать, опираться, если, например, на научную точку зрения. Ну, национальность это, наверное, тем, что мы то, чем мы гордимся. Молодец. А ваше мнение? Мне тоже кажется, что это то, чем мы гордиться должны, будем всегда. В целом национальность – это общность людей, определенных правил, традиций, я не знаю, верования и так далее. Спасибо. Не знаю, что такое национальность. Воспитана в Советском Союзе, не было национальности. Точнее, они были, но как-то везде были люди-братья. И на Кавказ приезжали к себе домой, и в Сибирь к себе домой, и куда угодно к себе домой приезжали. И они приезжали точно так же. Вот у вас много друзей другой национальности? Много. Спасибо вам большое, что уделили время. Желаем вам всего хорошего. Ну, вообще-то, по моему мнению, национальность – это, ну, место рождения, скорее всего. Вот. И как ты себя ощущаешь, поскольку на самом деле я не могу сказать, что я русский там, я как-то к этому спокойно отношусь. Это удел молодежи, они делят людей на национальности. А поскольку я стал с возрастом очень толерантным, я совершенно спокойно отношусь к лицам любой национальности. То есть я не имею никаких предвзятых ощущений. А что касается, ну, конкретно, что такое национальность, ну, не знаю, кто как себя считает. Считайте себя русским, ради бога. Считайте себя узбеком, да, блин, ради бога. В общем-то, собственно, и все. Национальность – это общность людей, ну, сначала это кровь. А после, ну, если смотреть немножко шире, то это все-таки какие-то общие обычаи, общие культурные ценности, общие духовные ценности, общая историческая, ну, какая-то историческая общность. Это и есть национальность, ну, мне так кажется. Все, спасибо. А по вашему мнению? Ну, я ничего не могу добавить больше, чем это все-таки единство судеб. Национальность. Единство судеб на определенной географической территории и определенно историческом, в историческом контексте. Благодарю вас. Вот у вас много ли друзей или знакомых другой национальности? И как вы к ним относитесь? Вы знаете, я своих знакомых по национальности не делю никак. потому что для меня вот сейчас больше появляется понятие такой глобальный средний класс, да, то есть когда у людей разных национальностей общие интересы, общие ценности, и они связаны больше с культурным каким-то контекстом. То есть, допустим, в своей национальности, я сам казах, здесь вот посольство на Чистых прудах наше, я не считаю, что у меня с казахами, с другими казахами больше каких-то общих точек соприкосновения, чем с моими друзьями других национальностей. Спасибо. А у вас? А вопрос в чем? Вопрос в том, что разных национальностей. Да, много, у меня даже и семья-то разнонациональная, поэтому... И как вы к ним относитесь? Ну, к друзьям как можно относиться? Как к друзьям. Все, спасибо, благодарю вас за то, что уделили для нас время. Ваше мнение? Я отношусь ко всем национальностям отлично. Я турист, проехала полмира, сталкивалась со всякими национальностями. Все везде было хорошо, кроме русских. Все было прекрасно, все люди относились ко мне лично. Ну, я так смотрела вообще, все нормально. Все национальности доброжелательные и хорошие. Это руководители там в верхах, это другое дело. А нация, люди все хорошие. Ну, все так и не бывает, но то, что я знаю, все отлично, любой национальности. Ну, не разделяю людей на национальности, для меня все люди это люди, вот, мы живем на одном круглом шарике, вот, поэтому мне как-то вот... Да, очень приятно. Так, а вообще к другим национальностям, правда, сейчас есть же отношение какое-либо, а ваше отношение к другим национальностям какое? Очень положительно, мне кажется, каждый народ имеет свою интересную культуру, свое прошлое, свою... национальность, так сказать, это очень интересно и здорово. Так, вот следующий вопрос. А вы были в каких-нибудь, или у вас какие-нибудь отношения, какие-нибудь с другими национальностями, я имею в виду, есть или были? Да, конечно, у меня есть друзья, допустим, чеченцы. Я знаю ребят из Турции, общаюсь, вот, из Сирии даже, украинцы там и прочее. Так, в общем, с этим у вас все хорошо. Так, спасибо вам тогда огромное и всех вам благ. Всего вам наилучшего. Всего доброго. Национальность – это то, как человек себя идентифицирует с представителями своего народа на основе биологических, культурных или социальных признаков. Так, а вы вообще как относитесь к другим национальностям? Я отношусь хорошо к другим национальностям, потому как ни одна национальность не лучше, чем другая, и, соответственно, если ты русский, если ты китаец, если ты армянин, это не имеет никакого значения, это имеет значение только для тебя самого. Так, огромное спасибо вам, всех вам благ и всего наилучшего. Спасибо, всего доброго. Ну, по моему мнению, национальность, это, мне кажется, это принадлежность страны, к стране какой-то. То есть вот я считаю всех, кто проживает в России, они все россияне. Независимо от того, что у него в паспорте там написано, он там грузин, там русский, алтаец, казах. Для меня это все россияне. Так, спасибо. А ваше отношение к другим национальностям какое? Одинаково воспринимаю всех. Я сама наполовину непонятно кто. У меня мама хохлушка, отец наполовину алтаец. То есть, кто я? Поэтому я не могу сказать однозначно, что я русская. То есть я живу в России, значит я россиянка. Все остальные люди для меня точно так же. Все россияне для меня. Так, но вы относитесь к другим национальностям как? Положительно отношусь. Для меня такие же люди, как и я. Какая разница, что у него написано в паспорте? Или как он себя ощущает? Кем? Для меня все равно не имеет никакого значения. Спасибо вам огромное. Всех вам благ. Всего доброго. Национальность – это просто фактически принадлежность как и душевная, так и физическая к определенной стране. Вот, как-то так. Понятно. А вот как вы относитесь к людям другой национальности? У вас есть ли друзья, знакомые другой национальности? Как вы относитесь к ним? Да, мой лучший друг другой национальности. И вообще, то есть, раньше я как-то относился агрессивно, сейчас же я понял то, что национальность не имеет значения как такового. Главное это внутренний мир человека. Спасибо вам большое, желаем вам всего хорошего, будьте с нами. Спасибо. Национальность? Да. Да, мне кажется, национальности нет вообще. Есть просто хорошие или плохие люди, и все. Национальности вообще так нет. Вот у вас много знакомых другой национальности? Я сам живу в Казахстане. И моя семья сейчас в Казахстане. Так что для меня национальности очень много чеченов, дагестанцев всех. Как везде, хорошие нации. Среди людей есть то же самое. Есть плохие люди, есть хорошие нации. Я думаю, не существует. Главное, чтобы человек был хороший. Спасибо вам большое, благодарю вас за ответ. Чтобы всегда к вам тоже относились так же, как вы к другим людям. Спасибо, благодарю вас. Извините, что мы вас беспокоим. Это программа «Взгляд». Мы проводим социальный опрос среди гостей Российской Федерации и граждан Российской Федерации на тему, что такое нация. Вот по вашему мнению, что такое нация и как появляются нации? Я считаю, что нация, ну как само такое слово нация, она подходит ко всем национальностям. Но нации – это разные народы, которые имеют свои традиции, свою культуру, свое понимание, свое мировоззрение, свой язык. И это никогда не должно, как говорится, переступать грани к другим. Это, понимаете, люди, мы как бы вот, все национальности, она одна семья. Но дело в том, что сейчас настолько сложно складывается жизнь вообще во всем мире, что проявляется вот такая молодежь, и не только молодежь, и взрослые, которые не имеют своего стержня. Допустим, вот хорошая семья, особенно там Узбекистан, Таджикистан, у них же по 5-6 детей. И вот я лично знаю, что это семьи, это люди, которые уважают своих стариков, свои традиции любят, свой быт, и они очень гостеприимные. Я сама не раз бывала и в Таджикистане, и в Ташкенте, я архитектор, мы там строили после землетрясения, да, это самое, кварталы, и я сталкивалась с этим народом. Прекрасные люди, прекрасное гостеприимство. Потом, я очень благодарна еще и, допустим, казахскому народу, я блокадница. Нас после мы блокадники, да, мы после, значит, войны в 45-м нас увезли в Казахстан, допустим, меня увезли, несколько детей. У нас был туберкулез начинался, легкий, плохий, мы потому что пережили такое жуткое время и нас вылечили, понимаете, казалось, что Казахстан, когда у них как свой народ все, и все-таки люди подумали и о нас и пригрели, правильно, и также другие, и Узбекистан, и Таджикистан тоже принимали детей и семейства, которые там проживали. Трудное время. Но когда сейчас стали проявляться такие наклонности, как появились слова, как ИГИЛ, как другие какие-то секты, и это начало отражаться и на молодежи. Но на той молодежи, которая, как говорится, даже в хороших семьях появляются дети, которые могут опозорить свою семью. И могут даже не виноваты ни папа, ни мама быть. Они, во-первых, рано уезжают из дому, начинаются вставать на свои ноги, зарабатывать. Но дело в том, что не каждый может честно найти работу, заработать и прочее. И они поэтому где-то вот кто-то их завлекает, обещают деньги и прочее, и начинаются вот всякие подрывы и прочее. Я, например, была очень удивлена, когда узнала, что таджик там или узбек, да, взорвали в метро. Я была очень удивлена. И не то, что удивлена, я настолько, ну, как будто, знаете, вот мой брат какой-то что-то сделал плохо, понимаете, народу. Нельзя этого делать. Я бы просто очень хотела к молодежи обратиться. Умоляю, как бабушка, как мама, у меня у самой 5 внучек. Пожалуйста, берегите свою землю, и другую землю, и других всех людей. Весь мир должен быть мирно жить. Господь, Он один, как бы Он ни назывался. Мы должны уважать друг друга, любить, ценить. И жизнь никто не имеет права отобрать. Только Господь может наказать и прочее. Но мы должны помогать друг другу. Я очень прошу и желаю всем здоровья и счастья. Спасибо вам. Как раз политическое движение Группа 24 Таджикистан борется против терроризма и экстремизма. И мы осуждаем данные действия и будем призывать молодежь Таджикистана, молодежь стран Центральной Азии объяснять, что мы вместе против террора. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Это не важно, какой национальности человек. Самое главное, чтобы он мне ничего не причинил. Мне без разницы, какой национальности человек. Мы все люди же, правда? У нас кровь течет у всех по жилам, правда? И хочется мира и свободы, и чтобы мы жили под мирным небом, наши дети тоже, и вы тоже. Национальность – это принадлежность человека к определенной национально-этнической группе, включающая в себя языки, историю, культуры и традиции. Кроме того, национальность обозначает юридическую принадлежность индивидуума какого-либо государства. С этим мы заканчиваем программу «Взгляд». Сегодняшняя тема у нас, как вы видели, была тема «Национальность». Мы проводили опрос среди людей о знании национальности и о том, что, как они относятся к другим людям. Как вы видели, в большинстве ситуаций люди к национальности относятся положительно, потому что нет плохой нации, есть плохие люди. Спасибо всем, кто участвовал в нашей программе, и благодарю всех, кто нас смотрит. Будьте с нами.